Доброе утро, дорогие друзья! Просто на улице рань, я только проснулась, уже поехала. Еду я сейчас на процедурку. Буду делать новую классную процедуру и вам все показывать. Так что оставайтесь со мной. Погодка сегодня вроде неплохая, ветер только. Надеюсь, что сегодня распогодится и, возможно, мы поедем сегодня на озеро куда-нибудь. Будем загорать. Ребят, поняла, что я без кофе никуда не доеду. Остановилась на заправке на Газпроме. Сейчас возьму себе кофейку в дорожку, потому что что-то прям... Только глаза продрала и уже поехала на процедуру. 8 утра, блин, капец. Приехала в Апи-центр. Здесь работает моя Танюша. Кто ее видел в последних видео у меня. Вот. Клиника лечит пчелками и не только. Девочки, пришли мы в кабинет. Здесь Альбина, знакомьтесь. Рассказывает про аппараты, на которых будет делать мне процедуру. Кавитация, РФ лица, тоже РФ. Просто другая насадка тела РФ и вакуумный РФ. И там у нас LPG. Вот, вот такие процедурки я буду делать себе. В среду. Мы сейчас все расписали. Приеду в среду и начнем приводить меня в порядок. Смотрите, как тут все уютненько, хорошо сделано. Класс. Смотрите на мою Танюшку. Форме. Говорит, не снимай меня, я не накрашенная. Нет, красоточка моя. Вот, решили, в общем, завтра я приеду на процедуру для лица. В среду будет лимфодренажный массаж и кавитация. В общем, сегодня все расписали. Да? Угу. Женщина, ты какая-то скромная сегодня. Стесняшка? Идешь к Денису. Пошли. Пойдем. Ты только выключи, а то там... Нет, нет, я буду. А там пациенты. Да я шучу, что-то пошли. Модный мужичок. Поехал. Вот так вот. Даже такие старички в пенсионном возрасте катаются на сегвейчиках на всяких. Погода ужасная. В общем, ветер сильный, холодно. По ходу дела накрылось озеро медным тазом. Сегодня буду проводить прямой эфир на тему «Дети от предыдущего брака», потому что начиталось комментариев. Столько вообще хиней бабы пишут, я просто в шоке. Есть, конечно, адекватные и нормальные люди, которые нормально относятся к детям от первого брака, а есть такие, которые категорически просто против, говорят о том, что это выродки просто, и по-всякому обсирают детей. Я просто в шоке от того, что, знаете, родители разошлись, дети в этом не виноваты, и запрещать общаться с детьми, мужчине, например, да, это вообще просто омерзительно. На мой взгляд. В общем, подробнее расскажу свое мнение в прямом эфире. Будет запись обязательно. Так что, кто посмотрит прямой эфир, молодцы. Кто не посмотрит, можете посмотреть в записи его. Вот. Я время с детьми своего мужчины провожу. Мне это нравится. Нам очень весело. Хотели съездить на озеро, но что-то у нас погода нас подвела. Так что озеро переносится на следующий раз. Вот. А сегодня будет у нас домашний такой вложик. А у нас сегодня пельмешечки на обед. Вот так вот, ребята, и живем. Вот такие вот пельмеши у меня получились. Красота. Всем приятного аппетита. Поняли, у меня тонус хороший. В общем, лежим, Танюшка мне там процедуру делает. Вам не буду показывать, потому что там лежу голая, короче. Вот. Мы сейчас делаем, что мы делаем, Тань? РФ вакуум. Классная штука, такая приятная процедурка. Прям. Лифтинг эффект и убираем лишние сантиметры жидкости. Короче, мы сделали замеры. Вот, и сейчас будем аппаратиком делать, доделывать уже массажик, потому что переднюю часть мы уже и бедра сделали, сейчас будем делать попенцию. Вот, у Нинки скоро будет попа как орех. Да, Танюшка? Да, обязательно. Сделаешь мне попу орехом? Конечно. Вот так вот, обращайтесь к Танюхе. Вот так развернем. Ну, смотрите, какой тут аппарат. Я вчера вам уже показывала его так вкратце. Это вакуум РФ насадочка. Три насадочки РФ просто для лифтинг-эффекта подтягивают. Это для тела, это насадка для лица, это знаменитая кавитация, которая сжигает, топит просто сантиметры
Сегодня вакуум делаем, завтра кавитацию. Да, так что кавитацию я вам тоже покажу завтра, наверное. В общем, вот так это все выглядит, и там присасывается, и так это... Прикольные такие ощущения, мне нравится, классная штучка. Вот, в общем, потом посмотрим, какие будут эффекты, вам буду все показывать и рассказывать. Мы будем делать сколько? 10 процедур, да? Разных. Да, у нас получается комплекс из 10 процедур, плюс несколько процедур ручного лимфодренажа будет для выведения жидкости. Вот так вот. Да, и мне еще этот, я завтра еще иду к косметологу, здесь косметолог клевый работает, будем что-то своим лицом делать. Вот, потому что вообще жесть. А то пишите мне, жирное, жирное, лицо жирное, подбородок 25, щеки как у хомяка, глаза заплывшие. В общем, будем все исправлять. Оставайтесь с нами. Ребят, пришла домой, у меня тут война была техники. В общем, пылесос тащил, утюг тащил его туда. Ты что бунтуешь у меня ходишь туда, малыш? Вот что значит, когда... Я забываю все время, что он стоит у меня, пылесосит на 12 часов. Не, смотрите. Нападение, нападение, капец. Ой, засранец какой, а. Смотрите, что делает, тащит его. Ему утюг не нравится категорически, по-моему. Ой, чудо-юдо, блин. Ребят, смотрите, идем сейчас в магазин, а тут такая тачка стоит. Вся в деньжатку. И сзади написано, что едет на Дубай. На ней. Вот так вот, прямо волос. Прикольно. Ребят, всем привет. Сегодня прекрасная погода, несмотря на то, что раннее утро. Я сейчас бегу до машины, и мне нужно ехать на процедурки. Сегодня мы делаем кавитацию, лимфодренажный массаж ручной. Буду делать чистку лица и колоть липолитики. В общем, вы меня в комментариях уже загнобили с моим подбородком. 25-м. Я знаю, что он у меня есть. Вот. И девчонки мне советовали в комментариях. Вернее, не советовали, а спрашивали. Нина, колола ли ты липолитики и что это такое? В общем, решила на себе попробовать, чтобы вам рассказать, что же это такое. Сегодня поедем делать липолитики колоть. Ух, страшно. Успела, я добежала. Фу. Сегодня такая вся в черненьком. Кабинетик готов. Сейчас буду лежать, массажироваться и делать кавитацию на этом аппарате. Ребят, мы сейчас сделали процедуру кавитации, делали ее на живот. Ультразвуковое расщепление жировых клеток, правильно я говорю, да? Вот. В общем, процедура такая прикольная, мне понравилась. Единственное, что звенит в ушах, но это нормально, потому что ультразвук. Сейчас мы будем делать лимфодренажный массажик. Программа «Максимум» сегодня. Я, если честно, в шоке от результатов, потому что у меня за вчера за одну процедуру, которую с Таней делали, минус 4 сантиметра в талии, а сегодня у меня минус 3 сантиметра в бедрах и сантиметр в талии. Ребят, я в шоке. У меня чаёчек, и потом я пойду к косметологу. Мы сейчас делаем скаточку. Сейчас она подсохнет, и будем ее катать на лице. В общем, у нас сегодня чистка лица. И будем колоть еще липолитик. Супер. Сейчас нанесли успокаивающую маску после нашей чистки. Делали смешанную, ручную и ультразвуковую. Ну что, сейчас будет момент X, потому что сейчас мы будем колоть... забыла. Чем мы колем? Липолитик. Я уже все, я волнуюсь, ребята. Будем убирать мои 25 подбородков, так что оставайтесь с нами. Ребята, это очень больно. Сами уколы не больно, больно сейчас, потому что распирает там эту штуку. Внутри она лопает клетки жировые, и у меня еще будет отек несколько дней, да? Ну потому что продукты распада, в общем, останутся пока там. Будет постепенно выводиться лимфочкой через кровь, поэтому буду несколько дней ходить с отекшей шеей и подбородком. А, больно. Ребят, реально просто нереально больно.
Ну, и, знаете, результат обещают ошеломительный, поэтому проста требует жертв. Мне нравится, что у меня лицо после чистки, но смотрите, свеженькое какое. В общем, нанесли крем мы еще. А липолитики мои уже не так сильно болят, потому что первое время, когда это их только тебе проставили, прям аж сковывает все. Сейчас вроде нормально. Посмотрим, как будет дальше. В общем, сказали, 3-4 дня буду с отеками ходить. А у меня фотосессия, представляете, в субботу. Вот с такой шеей пойду. Ладно, надеюсь, переживем как-нибудь. Все, поехала дальше. В общем, приехала домой, валяюсь, потому что ужасно болит подбородок. Я не могу ни улыбаться толком, ни разговаривать, потому что у меня там все опухло. Смотрите, прям жесть. Вот, ну несколько дней нужно потерпеть, потом все будет намного лучше и хорошо, когда это все выведется. После чистки лицо также у меня все еще в креме, ничем не убирала, не мазала. Вот сказали, ничего не трогать, не находи так. Поэтому хожу. В общем, лежу сейчас, смотрю киношки старые всякие, французские фильмы. Вот, что я буду сегодня делать? Не знаю, сейчас любимого дождусь, пойдем погуляем куда-нибудь вечером сходим. Потому что нам нужно что сделать? Пройти 10 тысяч шагов. Вот, мы по вечерам гуляем, нам очень нравится. А еще вчера мы вечером ездили на фильм, забыла вам совсем рассказать, в кинотеатр ездили, смотрели фильм «Курск». Ребята, вот честное слово, фильм не оставит вас равнодушными 100%. За последние, наверное, все вот сколько, наверное, года два, это единственный фильм, который мне безумно понравился, который я смотрела в кинотеатре именно. Он просто офигенный, вам 100% понравится. Урыдались все просто, держит с самой первой минуты и до последней, фильм не отпуская, блин. Ну реально, я там просто урыдалась. Вот всем советую посмотреть фильм «Курск». Классный, про подводную лодку на реальных событиях, вам понравится 100%. Вот такой вот у меня сегодня день. Ладно, ребят, реально говорить очень больно. Буду с вами прощаться. Всех люблю, всех целую. Помните, вы у меня самые лучшие. И не пишите мне, пожалуйста, гадости, а то забаню. Все. Муа. Пока-пока, мои дорогие зайки. Подставляйте свои щечки. Буду вас целовать. Всех. Муа.